Ребят, всем крепкого здоровья. Добрый день. Сегодня мы с отцом приехали на местную воду, чтобы немножко половить рыбки. Рыбачил я, ребят, в этом месте вчера. Оставил тут накормленные лунки мормышем. Сейчас вот утро. Отец у меня ушел на другую сторону, в лесной. А я решил попробовать здесь. Взял удочку. Такую жвачку. Чертик маленький. Иванова, карбоновый сторожок, леска на всякий случай 0,12, мало ли щука попадет или крупный окунек. Вот я сейчас попробую пробежать, по-быстренькому тут все попробую облавить. Ну, чертик убивал. Нормально. Пузатая. Хорошая. Угу. Сейчас камерой посмотрим, есть ли рыбка. Ну, сорожка. Угу, еще одна сорожка стоит. Толстая какая. Мощная плотва. Ну, собака что-то прибежала. Да, собака? Ух ты! Ух ты! Хороший попал. Вот собака тут ходит. Ну, собака. Хороший. Чёрный кулек. Такой стайка хороших куней тут. Намели. Присовывается. О! Так у тебя крупнее рыба-то, чем тут. Не знаю, что ты пришел. Я помню, уже скоро тебе сидел, видишь? Увидели, что ты скажу. Все, коками закидал. Я говорю, ты, мужик, что делаешь, блин? Ага. А чё? Смотри, как на дурака, знаешь? Типа, чё, ну и что, что я коками закидал? Фу, ребят. Ушел я на другую точку, на розетку. Сейчас попробуем пробурить лунку и проверим, есть ли тут трава и рыба. Если трава и рыба есть, значит, мы все сделали правильно.
О. И рыба стоит. О. Ого. Вот это сорожка. Еле-еле тряс, вот она клюнула. Вот такой тряс, вот она и клюет. Что-то я проголодался. Надо навернуть чайку. Бутик слопать. Колбасой. И потом можно будет лунки сверлить. Рыбу ловить. Ну ладно, чайку попили, можно и побурить, поискать, так сказать, рыбку. Пробурил еще 7 луночек. Занимаюсь активным поиском рыбки. О, ребят, ушел я в лес. Видите, какой камыш тут кругом. Кошмар. Ну вот, кто-то сегодня, видимо, тут рыбачил на лунках. И ушел. Окурков немерено. Все дела. Вот какой-то паразит тут сидел. Окурков накидал. Сволочь такая. Вот. Трусы какие-то, блядь. За соколиди. Плотвичка есть на лунках, на этих накормленных. Подплывает, смотрит. Он кормится со дна, что-то там собирает. Угу. Вот она загнула, сорожонка. Ну черта, а. Зева. Ох. У-ту-ту-ту-ту. Смотри-ка, эх ты. О, какая хорошая была. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Бьется как сильно. Угу. Рыбозавры. О, еле-еле. Ух. Еле тик-тик-тик-тик. Есть она тут. Поклевки такие. Незаметные. О! О! Еще одна. Так. Ой, остановила. Давай, давай, давай. Ну, плотва. Ну, плотва, так плотва. Класс. Заходка. Ух ты, вот это вот всадило. Во! Вот это плотва. Вот это. Я понимаю. Э? Во! О! Вот тут. Давай, давай, давай. Опа! Класс.
Красота. Вот оно. Оп. Еще крупнее. Просто на подъем. Чик-чик-чик-чик. Попалась. О! Вот, 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 вот. Пойдет. Пойдет. Чертик, оно сегодня работает хорошо. В общем, ребят, поймал я сегодня вот столько рыбы. Во. Нашел старые лунки. Кормленные. Половил сорожку на черта. Вообще прям красота. Значит, работал у меня сегодня всю рыбалку практически. Чертик Иванова. Такой вот маленький. С желтой бусинкой, арбузом и ярким стопорным кембриком. Сделал я сегодня немало лунок, прошел приличный маршрут, залезал в наледь и так далее, то есть как бы достаточно тяжело было идти, но тем не менее результат вот такой вот, я считаю, что очень даже достойный. Ну, сейчас пойдем дойдем до отца и посмотрим, какая рыбка есть у него. А где рыба? Рыба пустила. Понятно. Что ее таскать? Много было? Нет, немного. Штук 25-30. Понятно. Сейчас, ребят, покажу вам улов сегодняшний. Так. Чтобы было понятно. Ну, как бы не сказать, что много. Но и немало, да? Для глухозимья. Пойдет? Пойдет. Пойдет. Так. Сейчас, ребят, будем отпускать мелочь всю. Вот поэтому я и брал ведро. Для того, чтобы рыбку отпустить можно было. Мелкую. Собирал всю, чтобы вам показать. Рыба на безмотыльную мормышку клюет. Даже в глухозимье. Просто ее надо искать. Не лениться, ходить, сверлить лунки, если есть возможность. Сидим вот сейчас. Рыбалка закончилась. Сидим, медитируем. Вон сорожки проплывают. Друг друга бортуют. Погода классная. Ветра нет. Ветра нету. Красота. Лунку закормили, вот специально сидим, мультики смотрим. Ну, в общем, ребят, рыбалка прошла достаточно хорошо. Половил я сегодня рыбки на безмотылку, папа половил на блесну. У нас примерно одинаковый улов. Будем надеяться, что в следующий раз нам тоже повезет. Ну и... Весна не за горами. Весна, да. Оторвемся скоро. Весна не за горами, скоро последний лед. Так что будем отрываться как можем и как не можем. Ну, у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Что все это? Вон там рыба миллион еще. Да. Сейчас мы еще посмотрим. А потом домой поедем. А потом домой.